Вот, ребят, это в Красногорске, недалеко от офиса, снежком разбирают, это место привязки, чтобы вам показать. И про речь опять про семена зашла. Вот я вам Макдональдс показываю, вот, в Красногорске, городские условия. Вот, собственно говоря, смотрите, это и есть ваши маточники. Вот можжевельник, вот они, шишки горных сосен, вот, посмотрите. Вот они, шишки ваши. Вот даже не раскрывшиеся, вот эта шишка, вот эти шишки три, они с семенами. Берете, собираете. Вот смотрите, ирга, ламарка, очень востребованная. Ее птицы съели еще в июне. Также семена собираете. Пузыреплодник, барбарис. Вот еще вам горная сосна и большое количество шишек показываю. Ну, здесь не очень большое, но оно есть. Вот дальше к горным соснам идем. Вот снова мы видим шишки. И так далее. Есть оптимальные сроки по сбору, конечно, шишек для, или там семян для каждой культуры. По горным соснам это конец сентября. Ну, вкратце так вот и работаем.